Спасибо, командир Мейсон. Взгляните на этого красавца. Тянь Чжао по кличке Председатель, лидер китайских военных и командующий войсками коалиции сил самообороны. Этот засранец действует жестко, даже с китайским правительством. Они контролируют его не больше, чем мы. Эта кошка гуляет сама по себе. Председатель Чжао выкручивает России яйца по полной. Командир. Если Россия сломается и примкнет к силам самообороны, это будет крупнейшая армия на планете. Именно этого и добивается Менендес. Натравливает сверхдержавы друг на друга. Сейчас и Иран, и Индия под угрозой. Силы самообороны делают ход, и Аксо надо вмешаться. Первый удар застал нас врасплох и повредил нашу основную систему обороны. Мы сдержали натиск, но наш полк практически истреблен. Долго мы не продержимся. Это силы самообороны, командир? На нас напали дроны из земли и с воздуха. БПР «Спектр» играет ключевую роль в защите северной границы Индии. Для быстрого реагирования придется отправлять десант. Главная задача противника – уничтожить сеть обороны, нейтрализовав генераторы и спутниковые установки. Если ему это удастся, мы не сможем помешать врагу проникнуть в центр управления. Если это произойдет, БПР «Спектр» падет, и путь в Индию будет открыт. Камеры нашли, ими сигнал хороший. Всем ждать приказа. Ладно, только проведу пару системных проверок и тестов. Давайте убедимся, что все работает, прежде чем приступать к делу. Проверка работоспособности управления Клау. Ждите. Проверка оружейных систем. Проверим еще сигнал с камер пехоты. Пехота под прямым управлением. Ретрансляция пехотного интерфейса подтверждена. Еще проверю работоспособность камеры турели. Переход на управление турелью. Оружейные системы включены. Проверка спутникового сигнала. Переключение на тактическую карту. Проведем пару тестов передвижения. Прекрасно. Ладно, проведем пару простых пехотных маневров. Связь с камерой на шлеме установлена. Пехота направляется к отметке. Отлично. Отряды обыскивают территорию. Прекрасно. Еще раз проверим сигнал с камеры пехоты. Подтверждено, сигнал отличный. Так, сбросим тестовый дрон в зону операции. Дальней стрельбы. И еще раз проверю тактический вид. Выбранный отряд, ждите цель. Уничтожьте АСД противника. В атаку. Всем перейти в атаку. Установлено прямое управление Клау. Огонь по вражеским АСД. Вражеский АСД уничтожен. Еще раз проверим пехотные маневры на всякий случай. Прямое командование пехотой. Перейти к отметке.
Пехота направляется к отметке. Неплохо. И последний раз все вместе. Всем переместиться на позицию. Так, вроде все в порядке. Молодцы. Только все отряды приземлятся, установите защитный периметр. Вражеский транспорт прибудет через одну минуту. Все войска на земле. Установка периметра. Защитные двери функционируют благодаря антенне, трансформатору и градирне. Если обе позиции падут, противник получит доступ к центральному серверу. Пехота под прямым управлением. Переходим к указанному пункту. Прямое командование пехотой. Открываем огонь по вражеской пехоте. Враг уничтожен. Вражеский клау истреблен. Угроза ликвидирована. Переход на управление турелью. Переходим на позицию для атаки пехоты. Враг атакует спутниковую антенну. Ведем огонь по вражеским АСД. Одним АСД меньше. Связь с камерой на шлеме установлена. Угроза ликвидирована. Прямое командование пехотой. Орел ранен. Ведем огонь по вражеским квадам. Вражеский квад нейтрализован. Связь с камерой на шлеме установлена. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Подтверждаю. Вражеский квад сбит. Готов. Отнимается Мич. Ему конец. Яблочко. Управление турелью установлено. Яблочко! Готов.
Вражеский АСД нейтрализован! Прямое командование пехотой. Есть попадание! Турель под моим управлением. Подтверждаю, вражеский клау уничтожен. Связь с камерой на шлеме установлена. Враг атакует спутниковую антенну. Готов! АСД противника уничтожен. Ведем огонь по вражеским квадам. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Яблочко! Переход на управление турелью. Открываем огонь по квадам! Тут человек кровью истекает! Необходимо отвлечь внимание противника от трансформатора. Готов! Прямое командование пехотой. Вражеский квад подбит! Открываем огонь по вражеским квадам. Яблочко! Турель под моим управлением. Открываем огонь по вражеской пехоте. Угроза ликвидирована. Связь с камерой на шлеме установлена. Необходимо отвлечь внимание противника от трансформатора. Вражеский АСД ликвидирован. АСД противника уничтожен. Турель под моим управлением. Пехота под прямым управлением. Ему конец! Ведем огонь по вражеской пехоте! Градирня под обстрелом. Защитите ее! Угроза ликвидирована! Защитите ее! Управление турелью установлено. Подтверждаю, вражеский клау уничтожен. Ему конец. Прямое командование пехотой. Трансформатор базы под обстрелом. Готов! Угроза ликвидирована! Яблочко! Враг атакует спутниковую антенну! Радирня под угрозой! Защитите ее! Переход на управление турелью. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Орел ранен! Пехота под прямым управлением. Трансформатор под угрозой. Подтверждаю, вражеский квад спит. Враг атакует спутниковую антенну. Тут человек кровью истекает. Вражеский квад спит. Ему конец.
Управление турелью установлено. Открываем огонь по вражеским АСТ. Прямое командование пехотой. Вражеские войска отступают! База в безопасности! Цель задания выполнена!